Дорогие братья и сестры, мы с каждым днем приближаемся к началу Великого Поста. И для любого православного христианина пост – это всегда большое событие. Это возможность вместе со всей Матерью Церковью пройти путь к Пасхе. Не просто встретить этот великий праздник, как мы, допустим, готовимся к встрече каких-то торжеств, но именно внутренне преобразиться и словно воскреснуть из мертвых вместе с нашим Господом. Вот эта вот мертвость нашего естества представляет бремя грехов. И основное делание в это время – это покаяние. И вот эта неделя, которая сейчас идет, она называется «Неделей о блудном сыне», потому что в минувшее воскресенье мы слышали евангельский рассказ о блудном сыне. И хочется сегодня нам поговорить о том, что такое вообще отчий дом, что такое отечество и почему в разные времена патриоты своих отчизн так почас подвязались и на молитвенном фронте, и с мечом в руках, утверждая жизнь и благосостояние своей Родины. Блудный сын уходит, младший сын, уходит за лучшей долей из отчего дома. И ему кажется, что вот не его жизнь привычная, его здесь мало ценят, и поэтому он должен развернуть свои крылья где-то далеко, на чужбине, и жить так, как ему нравится. И поэтому, как кажется, внешняя опека отца, домашнее хозяйство, его ограничивают в полете его юного воображения. Но именно на чужбине человек познает всю горечь и в том числе вспоминает об отце, только дойдя до крайнего своего падения, буквально до свинства и расчеловечения. И вот именно осознав глубину падения, он вспоминает об отце. Очень часто Господь попускает в жизни людей скорби, трудности, болезни, утраты, войны, гибель близких людей для того, чтобы человек осознал вот именно ту краткость нашей жизни, и что в рамках этого земного бытия мы должны для себя решить вечный вопрос. С кем мы? Где наш дом? Если только здесь, на земле, то мы одни из самых несчастных людей. А если наша небесная отчизна – это Царство Божье, то человек всем сердцем через всю свою жизнь устремляется к родному Отечеству. После смерти Иоанна Васильевича Грозного, Иоанна IV, его сына Федора Иоанновича, пресеклась династия Рюриковичей и начались смутные времена на Руси. Смутные – это означает, не признавали той власти, которая была во главе в Москве. Сменялись Борис Годунов, Семибоярщина, польско-литовские интервенты, Василий Шуйский. Все это не удовлетворяло людей. И даже больше того, были жуткие преступления. На дорогах творились грабеж, насилие, убийства. Жизнь человеческая практически не стоила ничего. И вот именно в это время Господь воздвиг удивительного пастыря для русской земли. 2 марта мы совершаем память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. В миру его звали Ермолай. Он был из донских казаков. И в свое время, возможно, да, как и все казаки, проходил службу. Но вот он женился, обзавелся семейством и был рукоположен в священники. И в частности, в новоосваиваемом городе Казани после взятия Иоанном Грозным, он был как священник при храме в честь святителя Николая Чудотворца. Именно в эту бытность как раз и состоялось обретение Казанской иконы Божьей Матери. Именно девочка-матронушка, которая сама Пресвятая Богородица, явилась троекратно и указала место, где искать. И вот в то время священник Ермолай в свои руки берет эту святыню. И надо же, вся жизнь его потом будет связана с этим казанским чудотворным образом. Когда он овдовел, то он был рукоположен в епископский сан. И уже постриженный с именем Ермоген, был первым поставлен митрополитом на Казанской кафедре и очень многое что делал для обращения новокрещенных татар казанских, для утверждения русских
и в том числе для прославления тех воинов, которые жизнь свою положили за свое земное отечество, чтобы при взятии Казани и обороне восточных рубежей тогдашней российского государства. Обретение Казанской иконы Божьей Матери состоялось в 1579 году. И уже в 1594 году будущий патриарх, в то время митрополит Казанский Гермоген, составляет сказание о чудотворной иконе и о чудесах, которые совершались при ее явлении. В январе 1592 года святитель Гермоген направил патриарху, в то время московскому Иову, письмо, в котором сообщал, что в Казани не совершалось особых поминовений православных воинов, жизнь положивших за веру Отечество под Казанью. И вот патриарх Иов дает такое распоряжение, чтобы в первый субботний день после Покрова Пресвятой Богородицы вписать их в Большой Синодик и совершать их поминовения. В 1595 году при деятельном участии святителя Гермогена совершилось обретение мощей казанских чудотворцев, первого архиепископа Казанского Гурия и его сотоварища, епископа Варсонофия Тверского. По благословению завещания святейшего патриарха Иова, который представился в 1605 году, и по велению царя, мощи новоявленных чудотворцев были прославлены и поставлены в новом храме. А в июле 1606 года святитель Гермоген был возведен собором архиереев русских на патриарший престол в Московском Успенском соборе. Служение на патриаршем престоле патриарха Гермогена выпало на время польско-литовской интервенции. Вместе с Лжедмитрием I и польским королем Сигизмундом польско-литовские захватчики вторглись в земли России и разоряли города и села, добрались и до Москвы. Хватало и собственных самозванцев, которые тоже метили на царствование. Между боярами часто возникали усобицы. Одни присягали на верность царю, королю Сигизмунду, другие готовы были присягнуть на верность королевичу Владиславу, только чтобы сохранить свои теплые места, при этом зачастую торгуя душой народа, потому что поляки, литовцы к этому времени были окатоличены, а русские сохраняли верность православной вере. Не найдя в патриархе Гермогене своего сподвижника, который бы их поддерживал, а тот наоборот говорил: «Если уйдете и оставите Московию, то не будем вас преследовать, отпустим живыми. Но если вы ярмом на шее русского народа будете сидеть, то вас не пощадит никто». Труднее всего, конечно, приходилось простому народу, потому что именно простой народ нес на себе все тяготы жизни. И свои князья и бояре подчас грабили, обирали, приходили иноземцы, те вообще ни с чем не считались. Народ сплотился именно вокруг веры, и призывы из московского Кремля, где был в то время заточен, по сути, патриарх Гермоген, о том, что необходимо собирать ополчение и выходить на защиту Родины, они встречали горячий отклик. Именно его призывы и сподвигли, в частности, и Косьму Минина, и Дмитрия Пожарского собирать войско в Нижнем Новгороде. Причем люди жертвовали подчас последнее, чтобы вооружить своих братьев и отцов и свергнуть это ненавистное господство иноземцев. Когда ополчение подходило уже к Москве, то патриарх Гермоген был заточен в Чудовом монастыре, фактически как узник, низложен с патриаршего престола и томился, мучимый голодом и жаждою, чтобы вынудили его написать отречение от своих прежних призывов и повеление отступить ополчению от Москвы. Но патриарх наотрез отказывался повиноваться, и наоборот, те немногие воззвания, которые удалось ему передать на свободу,
говорили о том, что он готов жизнь отдать за Русь и за Церковь православную, только чтобы Отечество освободилось от неприятеля. Несомненно, духовным вдохновителем русского народа на подвиг освобождения отчизны являлась русская церковь и русская вера. Твердая молитва и горячее упование, что Господь и Матерь Божья не оставит свой народ в это лихое время, укрепляла простых людей. Мы знаем, что ополчение Дмитрия Пожарского и Косьмы Минина несло с собой чудотворную новоявленную икону Казанской Божьей Матери и непрестанно совершались молебны. Последние 9 месяцев заточения священномученика патриарха Гермогена были наиболее тяжелые. По крайней мере, он очень тяжко томился от голода и жажды, и говорили, что сначала им вообще подавали одну только воду, чтобы склонить непокорного владыку на соглашение. И вот 17 февраля 1612 года священномученик Гермоген скончался. Был похоронен там же, в Чудовом монастыре, и вскоре уже в 1654 году были обретены его мощи и перенесены в Успенский собор Московского Кремля. Почитание священномученика Гермогена началось буквально вскоре. Мы знаем, что уже в ноябре 1612 года Москва, Кремль были освобождены от польско-литовских интервентов, и в этот день, ныне это 4 ноября, мы совершаем праздник, День народного единства, вспоминая и не только этот, но и подвиг многих других наших предков, которые свято хранили верность родному Отечеству и родной вере. Любовь к родине, она проявляется не только в том, что человек может с оружием в руках защищать ее мир и покой, или достойно трудиться на мирном каком-то поприще. Очень важно молитвенное почитание святых угодников Божьих и молитва за родную страну, за родную сторонушку. 4 марта мы совершаем память удивительного святого нашего русского преподобного Феодора, старца Сыноксарского, вся жизнь которого прошла в 18 веке. Он, будучи дворянского происхождения, родился в Ярославской губернии, в Романовском уезде, и с 7 лет уже фактически был приписан к Преображенскому полку, который считался одним из лучших гвардейских образований, еще образованным Петром I. Он был причислен в роту бомбардирскую, и мы вспомним, что сам Петр Алексеевич тоже считал, что вот бомбардиры – это одни из самых лучших привилегированных чинов в то время в российской армии. Получив домашнее образование, 17-летний юноша отбыл в Петербург, где уже при дочери Петра, Елизавете Петровне, начал свое служение в Преображенском полку. Больше того, именно на плечах преображенцев Елизавета Петровна пришла к власти и поэтому не забывала своих верных благодетелей. Юный солдат придворного полка Иван Ушаков служил исправно, в то же время поддаваясь и привычкам гвардейской жизни, потому что зачастую случались и пирушки. Примерно в 1742 году Иван Ушаков получил чин капрала бомбардирской роты. Однако капралом он был недолго. Однажды во время увеселительного пира один из его сотоварищей, 20-летний молодой человек, упал замертво. И очень быстро Иван осознал всю суетность этой жизни, его сладкую, манящую радость, а на самом деле пустоту, которая стоит за всем этим. И вот примерно около 25 лет от роту гвардеец Иван Ушаков, отпросившись повидаться с домашними, собрав необходимые пожитки, по всей видимости, приготовив простую крестьянскую одежду, уходит в поморские леса. Местные жители не приняли юного подвижника и рассказывается в житии, что он жил в молитвенном уединении, но в великом злострадании и голоде. И зачастую от притеснений, творих местных жителей, молодой человек, наслышанный о великих подвигах в брянских чащобах тамошних монахов, примерно в сентябре 1745 года перебирается на юг, в Плащанскую пустынь,
где и был схвачен сыскной командой, где все открылось, беглого гвардейца привезли в Петербург, и с ним лично встречалась Елизавета Петровна. Увидев непреклонное решение молодого человека жизнь проводить в монашестве, он определен был в Александро-Невскую столичную лавру. По именному указу императрицы 13 августа 1748 года Ивана Ушакова постригли в монашество с именем Федор. 11 лет монах Федор провел в Александро-Невской лавре. Для себя самого он почитал это буквально заточением – находиться в столичном монастыре. Но в то же время его знали, и в том числе к нему приходили духовные сослуживцы. Его уход из этой увеселительной молодой жизни и избрание монашеского пути для многих тоже послужило трезвением, переоценкой жизненных ориентиров. И именно там, можно сказать, он начал духовно окормлять в том числе людей и высокого благородного происхождения. Это вызывало нарекания. Если бы не личный протекторат императрицы Елизаветы Петровны, то подчас, наверное, бы отцу Федору приходилось очень тяжело. По крайней мере, он был отстранен от такого широкого общения вскоре. И после 11 лет пребывания в Александро-Невской лавре он запросился в Саровскую обитель. Саров. В то время, можно сказать, время его расцвета. Потом придет сюда юный подвижник Прохор Мошнин, будущий преподобный Серафим Саровский. И именно Саровитель, тоже недолго пробыв в Сарове, ему было поручено возрождать в то время пришедшую запустение не так далеко, буквально в 70 верстах, находившуюся Санаксарскую обитель Рождества Пресвятой Богородицы, которая милостью Божьей и ныне пребывает в своем расцвете. И его трудами возобновлялись храмы, устраивалась обитель, и братья утверждалась в твердой подвижнической монашеской жизни. Преподобный Федор сам был строгого монашеского уклада и держался святоотеческих уставов. И поэтому и братья также жили под его руководством достаточно строго. Не все разделяли такую строгость жизни. С одной стороны, прославлен духовник, и к нему тянулись не только монахи, но и миряне. И зачастую в том числе приходили и воинского звания, или княжеского звания люди обретали его как духовного отца. Наставлением преподобного Федора является назидание о памяти смертной. Это именно не просто какой-то страх неожиданно и скоропостижно умереть, а именно, в первую очередь, незнание того момента, когда это может произойти. И очень важно, чтобы на любой миг человек был готов предстать пред Богом, то есть его душа была чиста от греха. Для этого человек должен непрестанно пребывать в покаянном делании, в очищении души от греховных страстей, в частом приобщении животворящих христовых тайн и в подвиге борьбы с греховными страстями. В 1774 году отца Федора настигло тяжелое испытание. Темниковский воевода Василий Неелов, пожелавший иметь старца своим духовником, в какой-то момент начал испытывать неудобство от этой строгой опеки духовного отца, от его обличений. Он перестал содержать посты, сделался груб и несправедлив с горожанами, возвел в законы поборы и порки, принялся притеснять и сам Санаксарский монастырь. Соответственно, преподобный обличал воеводу во мздоимстве, в притеснении бедняков, а тот пожаловался епархиальному архиерею, обвинив старца в оскорблении государственного лица. Дело даже разбирали в Сенате и в Святейшем Синоде. В результате появился указ Екатерины II, предписывавший отослать преподобного, яко человека беспокойного, в Соловецкий монастырь. И вот на Соловках отец Федор претерпевал очень многие беды, подчас изнемогал от холода, страдал от угара, до того, что иногда его замертво вытаскивали из кельи на свежий воздух и оттирали снегом.
И вот прошло 9 лет, и только в 1783 году преподобного Феодора по ходатайству митрополита Санкт-Петербургского Гавриила и высочайшим указом самой Екатерины II наконец освободили и разрешили вернуться ему в Санаксары. Но и здесь, после возвращения в Санаксары, не было спокойно. Была какая-то ревность со стороны игумена Венедикта. Настоятель ревновал к этому духоносному старцу, что народ к нему тянулся. И только когда уже даже на смертном одре в 1788 году отец Венедикт, не пожелавши так и примириться с отцом Феодором, упокоился, то для отца Феодора начались действительно времена благоденствия, и он открыто мог исповедовать и помогать духовно наставлять братью, а также приходивших мирян. 19 февраля, то есть 4 марта по нынешнему стилю, 1791 года великий подвижник Феодор отошел ко Господу. Похоронили его здесь же, в Санаксарской обители, а ныне его мощи открыто представлены для всеобщего поклонения в храме Рождества Божьей Матери Санаксарской обители. 4 мая 1999 года святые мощи преподобного Феодора Санаксарского были обретены нетленными и теперь открыто выставлены для поклонения всем верующим. Быть патриотом своего Отечества – это значит продолжить дело своих отцов. И не только в становлении государственности, в хранении верности своей родной культуре, вере, быть человеком образованным. Это означает и передать все это богатое наследие своим сыновьям и своим потомкам. 5 марта мы совершаем память святого благоверного великого князя Ярослава Мудрого. Все, конечно, знают крестителя Руси, князя Владимира, который в 988 году крестил Русь. А один из его старших сыновей – это сын князя Владимира и княгини Рогнеды, как раз является вот Ярослав. Примерно за 10 лет до крещения Руси родился князь Ярослав. И уже, видимо, вскоре после крещения был посажен княжить в Новгороде, в том самом Новгороде, откуда-то и сам князь Владимир начинал свое княжение. Мы знаем, что именно после предательского убийства в 1015 году родных братьев Бориса и Глеба святополк, прозванный Окаянным, как раз-таки именно был изгнан из Киева князем Ярославом. Укрепившись браком с польской княжною, Святослав возвращается и пленяет Киев. Киевляне были недовольны тем, что пришли польские завоеватели. И вскоре, действительно, опять же, князь Ярослав, вооружившись новгородской дружиной вместе с варягами, освобождает Киев и уже воцаряется в Киеве. Сам же Святослав скитается и, по сути, уже в 1019 году находит свою бесславную гибель. Ярослав, трудно сказать, именно сам Ярослав или еще князь Владимир при жизни основывает город Ярославль, а также город Ярославец и многие другие поселения, которые носят имя в честь его одного из сыновей. Ярослав Мудрым прозван уже позднее, но народ очень любил своего правителя. Во-первых, он озаботился тем, чтобы успокоить народ от междоусобной брани. После сначала войн с Мстиславом Удалым, который разгромил Ярослава, надо сказать, но тем не менее потом, помирившись братья и после смерти уже Мстислава Удалова, который был, мы бы сказали сейчас, на Нижегородчине, правил по левом берегу Днепра, как это тогда разделялось. Действительно, стал единоправным правителем. Его очень важным делом было создание церквей. И там, где под стенами Киева он разбил печенегов, так что они фактически сошли уже
с поля политической жизни, так скажем, канули в небытие, он поставил свой знаменитый храм в честь Софии, премудрости Божьей, подобный стремился уподобиться тому, как главный собор в Константинополе в честь Софии был, так и в Киеве, а потом и в Новгороде он поставил эти соборы. Им был основан Юрий Польской. В крещении Ярослав носил имя Георгий и также в честь своей супруги назвал и храм в честь святой великомученицы Ирины, в честь великомученика Георгия Победоносца и поставил золотые врата в Киеве. Правил князь Ярослав полноценно Киевом с 1019 по свою кончину в 1054 году. Эти 25 лет правления, 35 лет правления, они были для русичей благословенным временем, временем расцвета культуры и письменности, образования. Возникали школы, которые учили людей не только читать, но и писать. И с этого времени начались летописные своды, которые дошли до нас. Он благотворил монастырям, зная, что без духовной основы народ будет как словно без глаз и без ушей, не ведая, кто куда его ведет, но старался именно перепоручить водительству Божьему и свой народ, чтобы народ был просвещен. При нем было построено более 300 церквей. Киев в то время насчитывал порядка 50 тысяч жителей, в то время как в Новгороде было намного меньше, порядка 30, а Лондон был, или там германские, допустим, города, едва ли насчитывали по 20 тысяч жителей. Действительно, Киев при нем расцвел и стал, можно сказать, столицей огромного европейского государства. И поэтому память о нем – это очень важная и славная веха в нашей истории. И мало того, мы почитаем его как святого, нашего молитвенника и заступника за землю русскую. Важным деянием святого благоверного князя Ярослава Мудрого явилось составление свода законов «Русская правда». Именно благодаря этому уже стало единым и право престола наследия, и суда, как княжеского суда, так и на местах. Определенная структура государственности как раз тоже начала формироваться при князе Ярославе Мудром. После себя Ярослав оставил очень крепкое Киевское княжество, единую Русь, в которой он действительно смог осуществить замысел князя Владимира, когда единой верою были объединены различные славянские племена. Его сыновья вступали в брак с европейскими царевнами, а своих троих дочерей он смог действительно выдать за достойных королей и царей Европы. Многие искали руки его дочерей, и это было престижно вступать в брак с русскими князьями или княжнами. Покаяние можно сравнить с духовным прозрением. Его святые отцы называют весной духовною, когда, словно после долгой зимней спячки, человек возвращается к жизни, причем в самом что ни на есть творческом подъеме, и служение земному Отечеству для него становится и дорогой, возвращением к Отечеству Небесному. И в лице Бога Отца он обретает подлинного Небесного Отца, покровителя и помощника в устроении не только в земных делах, но самое главное – в устроении души своей во спасение.